Новая форма поддержки малого и среднего предпринимательства. С этого года бизнесмены смогут получить грант до 1,5 миллиона рублей для первоначального взноса лизинговым компаниям. Эту информацию сообщил на брифинге Олег Колесников, исполнительный директор областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Обсуждение проходило в рамках проекта «Городская медиасреда». Таким способом собираются поддерживать предпринимателей, которые зарегистрировали производство не раньше, чем год назад. Деньги безвозмездные предоставляться будут на конкурсной основе. Также сегодня работает муниципальная программа по формированию благоприятного предпринимательского климата, рассчитанная до 2020 года. Объем ее финансирования более 45 миллионов рублей. Городской департамент экономического развития и фонд поддержки малого и среднего предпринимательства готовы содействовать инвестиционным проектам различной направленности, но в приоритете все же производственный сектор. Если в целом брать, то это сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, производство, услуги. Вот. Но мы практически не рассматриваем торговлю. Почему? Потому что мы сами так видим перекос, да, у нас в балансе экономическом, да, потому что перекос огромный в сторону торговли. Сервисы. И поэтому сейчас, наоборот, нужно производить, иначе торговать скоро будет нечем.